и через крышу. Она заодно с ребятами кувалды? Да. Она, наверное, следила за мной все время, что я был тут. Просто скажи мне, что она не сбежала с Марией. Не с Марией. Хорошо. Она просто выломала флешку, которая была в раме. Что? Прости. Как думаешь, что могло быть на этой флешке? Хороший вопрос. Я поспрашиваю об этом. А я пойду по кошачьим следам. Всем постам. Нам сообщают о взрыве у Маймс.